Если вам, ребята, за что-то стыдно, то это последняя зацепка за совесть, друзья. Не стесняйтесь того, что вам стыдно. Есть два типа людей. Желаю вам быть вторыми. Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигаются. Сколько не пытался разобраться в людях, я устал отец. На моем пути встречалось много разных все. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два людей. Одних это вырывается, тут нет до костей. И тут по головам не жалея ногтей. И черт оправдает без два цели. Есть два типа людей. Другие никогда не оставят нигде. Стоящие за совестью уперты за честь. Смотри, не разорвись, между ними ее есть. И найти пала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся бы я вслед. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех. Но поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Один готовый врать, читая глаза открыт. Другими все казаться подбирает потери. После на вытворяет то, что крыша в огне. Есть два типа людей. Другие никогда не оставят беде. Не скажу за себя, они вот душат в ответ. Но ты не разорвись, между ними ее не спит. Готов наверняка настанет тот миг. Когда ты останешься здесь совершенно один. Ведь он на кого равнялся, набили кошельки. И всем вокруг плевать, уже свернешь весь пути. Чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы прям тебе до конца верить. Берутся помогать, не замечая потерь. И их совесть чиста, как слеза матери. Есть два типа людей. Они готовы дать тебе самых зверей. Телицы поживутся, не упустят момент. Смотри, не разорвись, между ними и улети. Например, разорвись между ними и унеси. Двое.